Хей, гейсы-мишмики, мы продолжаем проводить игру по названием Epic Clicker Journey. Короче, я починил кликер. Оказывается, просто у меня я всегда ставлю один клик в 10 миллисекунд. Оказывается, нужно было ставить больше 70. И тогда все нормально будет работать. Поэтому в этой серии мы до конца пройдем уровень, ну, игру. В следующей серии тогда мы пойдем в подземелье. Как вы видите, я нашел маечку, он дает ДПС. Вот. ДПС. Хотя, мне кажется, я ее скоро продам. Уровень повысили. Поэтому закупаемся. Денежки тогда, подождите, дайте я апну. В смысле, у меня ж... Но ведь... У меня было только 7000. Как я... Ну ладно. Погнали, у нас, в принципе, открыта карта, я все равно буду еще ключи зарабатывать долго и нудно. Пойдемте сюда. Первый. My Little Pony. Это кровавая Мэри. Это у нас... Красавчик Джек. Девочка из колодца и звонка. А это Слендермен. Подожди. Вот это у нас челик был. Красавчик Джек. А предыдущий было Смайл. Смайли. Это у нас отсылка на Чаки. Это у нас на легенду про. Так, это у нас тетрадь смерти из аниме. А то, скорее всего, персонаж из Тук-Тук. Но, скорее всего, нет. О, это Ждун. Хотя это может быть и этот. Билли Боб. Билли и Боб. Там, короче, два брата. Но говорю, я могу ошибаться, я уже не помню точно. Да, блока много увеличилось. Так, ну как я понимаю, мне все-таки придется снова фармиться, потому что ХП мне не так уж много. Ну и ХП не так уж быстро восстанавливается. Хотя я могу хилку использовать, чтобы быстрее ускорить время. Короче, какие еще пасхалки я здесь не заметил? В прошлой серии. У нас здесь ухо Саурона, да? Ну, Властелин Колец, глава Саурона, а это ухо Саурона. Врата. Потом тут за менюшкой я не увидел меч в камне. Меч в камне это у нас Эскалибур. И здесь у нас замок Гарри Поттера. А этот Сквидич. Шарик. Это лохнесское чудовище хотя бы. Хотя может это будет змей. В принципе, все. Больше на карте не вижу. То, что я тогда не видел. Так, ладненько, давайте еще сюда тогда попробую сходить. Так, оборотень. Дракула. Нихера у меня просадки по ХП. Мумия. Зомби. Но это такие, знаете, стандартные враги. Суккуб. Франкенштейн. Так, смотрите. Что здесь у нас есть?
У нас есть отсылка на кофе, на сеть кофе, которая называется... На Б, на как-то на Б. Там еще девушка нарисована в шляпе. Чисто все повылетало с головы. Вот знаю, но не помню. Вообще не помню. Короче говоря, мне просадки по ХПшке, значит, ну теперь мы будем с вами... О, нихера, подожди, я могу либо сюда пойти, либо... 40 мне надо, либо 20-ка. Угу. Понятненько. А ключи как можно еще получить? 5000. Либо алмазики. Ну, я понимаю, я алмазики буду тратить. А что это значит? 2... 2, 2. Тут по нулю. Короче, вот это уровень был у нас из легенды. Легенды всякие вот эти мистические. Ладно, давайте по... Хотя, мне кажется, если я здесь еле-еле, я здесь вообще не вынесу. Ладно, я начинаю фармиться. Короче, я в прошлой серии сказал, что это Джефф... Джефф красавчик, но это Джефф убийца. Джефф красавчик. Но он, слушайте, он красавчик. Чё сказать. Короче, деф не повышается, когда я это вкачаю. Поэтому здесь only урон нужно качать вообще всегда. Здесь может деф только сработать, в принципе, за уровень, либо за прокачку вот этого. Ладно. ХП у нас восстановилось, погнали попробуем. Блин, но мне все равно один хер придется фармить ключи. Ого, так это уже начало у нас. Объединение двух темных энергий. Легенды и реальные враги. Хотя, знаете, вот этот ворон, которого первый, да, был, может относиться к легенде... Ну, не легенде, а... Чтиво про... Йорика, знаете? О, смерть! Мы саму смерть одолели. 4 ключа получил. Нихера себе. Ну, 4 ключа это нормально, слушайте. Типа, если каждый раз по 4 ключа. Короче, сочинение. Не сочинение этот. Просто Шекспира. Там вот рассказ про ворона. Про челика. Там, где он ворона боялся, где ворон с ним разговаривал. Пять ключей. Сейчас увеличилось. Пассивный. Каждый клик забирает у противника одну жизнь. Автоматически воскрешает твоего... Напарника при смерти? В смысле? Я, короче... Давайте... Купим кармашек. Здесь, если что, я продам вон курточку. А, хотя, подожди, ДПС. А, то нахуй надо. Нахуй мне это ДПС всрался. Меч я взял, чтобы чисто урон наносить. 30 на 3 секунд у меня получается повышается дамаг. Давайте пофармлю ключи тогда уже сразу, чтобы открыть и то, и то. А, смотрите, когда я ворую ХП за удар, это имеется в виду, я хилюсь от этого.
неплохая вещь. О, получил достижение. Power Fest. Ого, у меня денег, я только заметил. Нифига тут деньги можно фармить. Так, сбрось свои базовые характеристики. Полностью сбросится. Больше дамаги по целям. Ну, давайте сбросим. Хотя... Не, не хочу. Пускай как оно есть, так и будет. Так, давайте на раз повысим, я посмотрю. У нас сейчас дефа, смотрите, с вами 3000. Ну, ладно, там не написано сколько. 10к мне надо для улучшения. В принципе, ключи у меня есть. 23 ключа. Давайте откроем тогда. А какого черта мне за это прохождение сундук не дали? Ну, ключи не дали. А ну-ка, подождите, я как что-то не заметил. О, смотрите, мне предмет выпал. Go get him. Активный, одноразовый. Слови напарника. Это Бакуган. Ну, этот. Бакуган покебол. Так. Все, да? Ну, давайте тогда я что сделаю? Не, ключи все-таки падают. Все-таки ключи падают, но все равно мне нужно 60 ключей. Я апнусь, давайте разок еще сыграю, апнусь и пойдем дальше. Нет, ребятки, оказывается, ключи не всегда падают. Сейчас мне вообще ключи не упали. Все-таки это отсылка на лом этого из Half-Life 3. Да вперед, Гордон. Зомби-убийца. Зомби-крошитель. Ave Dreams. Prison Break. Так, ладненько. Вот у нас питомцы наши. Товарищи. Поменяй товарища. Мне вот интересно, могу ли я... А, не могу. Ну ладно. Хотя ладно, мы апнулись, поэтому давайте. Погнали дальше. Покупаем за 20. Да. Непонятный зонтик. Гаргона. Церберы. Голден, Голдбастер. О, нихера, Ктуху, ты откуда вылез? Так, активный. Время перезарядки 5 минут. Пожертвуй напарником. Его ДПСом в ХП. Ну, здесь отсылочек. Ну, так, таких таковых нету. Блин, ну мне апаться все равно нужно. Типа, либо хилки закупать. У меня вариант небольшой. Так, барабанная дробь и... Дальше у нас с вами вот уже что... Нихера себе, по 2000 стоит. А почему я снова могу вкачать? Странно. Вот снова, у меня не было 2000. Как я смог вкачать? Так, что я там подобрал? Одноразовый автокликер, который действует 3 секунд. Продать. Ну, блин, я не знаю. Нужен мне меч? Я думаю, нет. Деф, давайте, блин, блок желательно, конечно, бы мне попрокачивать. Так, ладно, погнали к карте. Долго я буду хилиться, интересно еще.
Блин, игра прикольная на самом деле. Если мы быстро справимся, в принципе, можно будет подземелье залететь в этой серии. Мне кажется, что-то на 3 серии это все уйдет. Долго-долго хилится. Так, здесь у нас босс. Значит, погнали в эти локации. Так, обычная лучница. Духи. Питомец. Гэндальф. Враг, от которого сдох Гэндальф. Ну, он упал, погиб. Ну, короче, это отсылка чисто на Властелин колец. Ананасики. Вот кольцо Саурона. Кто-то сосиски готовит на лаве. Так, ладно. Немножко вкачаем. В принципе, знаете, чтобы зря хп не терять, я могу просто вот так убивать. После и просто в этом списке как раз, который нам дается для того, чтобы я посмотрел. Кто у нас здесь? Есть. Эльфийка. Духим. Пёсель. Так, ладно, отхилился. Погнали. Ой, я вообще без понятия, кто это. Но, походу, это отсылка на Warcraft. Хотя в Варкрафте там такого не было. Может быть, это отсылка на Джуманджи. Хотя я могу предположить, что это отсылка на... Хотя нет. Трусы, мужик в бочке. Мужик в бочке — это может на Crash Royale отсылка быть. Но персонажей я таких не помню. А ну-ка. Нет, это не Clash Royale. Салон. Честно, я даже не знаю, я впервые вижу вообще героев и на кого это может быть отсылка. Ну что, у нас следующие боссы. Там отсылки только в локации могут быть. А, нет, тут просто все объединили, все три локейшн. Ну что, погнали. Ну, финальный босс может быть только другой. Так, готовимся смотреть на босса. Босса, так сказать, данного места. А, вот. Большой дракон. 5 ключей. Пассивно. Если одета, игрок получает 5 дамаги. О, киллер задание получил. Увеличит количество восстановления от фонтана. Какого фонтана? А, фонтан уже в подземелье. Ну хотя... Возможно, оно мне приходит... Вот снова. Почему я в деньгах в плюсе? Как я могу быть в плюсе по деньгам? Я не понимаю.
Но, блин, смысл мне идти сюда мучиться, если я лучше могу сюда сходить и пофармить эти ключи. Давайте я сейчас пофармлю ключи, и мы продолжим свое путешествие. Прикиньте, ко мне игрок залетел. Беду. А, смотрите, а так еще у нас... У него и у меня, типа, совместная увеличенная хпшка. Типа, шмотки будут намного лучше. Хуета. Блин. Продать, что ли? Да хотя так же стоит. Странно. Вещь, оружие можно увеличить до 20 уровня. То есть они ждут, чтобы я еще дальше играл. Четырнадцать тысяч надо. Так, ну мне ключей таковых не дали. О, ну ребят, меня походу преследуют. Я не хочу вместе с ним играть. Делаю вид, что я без кликера. Что нам дали? Зеркальце. Мясорубка, кальян. Короче, херня. Все, 40 ключей у нас есть, ребят. Отправляемся. Да, разблокировать. По идее, сейчас должно было прийти мне задание разблокировать все локации. О, отсылка, это враги из Ведьмака третьего. Дружелюбный моб. Это из второй части. Ууу, щит. Мимик. Это здоровяки дружелюбные. Вы не теряете свое золото, вещи или опыт при смерти. А одноразовый предмет. Подожди, а Феникс же тоже, да, одноразовый? А зачем он мне? Ай, подожди, я воскресну, то есть я продолжу, да? То есть у меня будет вторая жизнь в какой-то степени. Давайте возьмем, ну пускай типа будет. Странно, что здесь нету квиддича. Нихера. Сатаническая была курица. Ну ладно, погнали. Блин, попробовать что ли дальше сразу? По царству. Ну там будет по-любому Гарри Поттер. Здесь что-то из со стратегией будет, скорее всего, связано. Короче, надеюсь, я не сдохну. Вот, хпшка у меня восхилит. Так, дракон. Монать меня дамажит.
Химера. Скелетон. В принципе, я почти сдох. Ну, слушайте. По ботинку, по зельям, я бы сказал, что это Дота. Но это, походу, не Дота, а Лига Легенд. Хотя, может, это даже Warcraft. Здесь я вам, честно сказать, не смогу. Ого. Ножик. Прикольный ножик. Прикольный ножик. Нечего сказать. Так, хорошо. Давайте тогда здесь я... Где? Магазинчики. И посмотрю. Кто там был? Ну, возможно, о. Стивардс. Вот это типа, когда я разблокировал все эти. А, скорее всего, разблокировать имеется в виду и эти. Я думал, только там, где замки были. Так, ладно, нужно апнуться. И пойдем вот сюда, потом на босса. Оказывается, босс здесь. Я думал, босс здесь будет. Сейчас нужно левелапнуть. Так, ладненько, левелап мы с вами подняли, поэтому погнали Гарри Поттером. Мандрагором. Шахматные статуи. Смерть. Змея. Русалка. А это Инты борцы. Продать. Да, живое дерево вот это. Книги, зелья, школа, квидич. Ну, у меня есть одна хилка. Типа, я могу и купить. Не могу купить. Пойди, после этого мы перейдем на следующий уровень. Блин, либо нафармить, купить. А, ну там дешевое, поэтому сейчас в таком легком месте пофармлюсь. Плюс мне легче зарабатывать здесь деньги, типа быстро убил и 200 с чем-то получил. Хотя я уже так отхилюсь. Я просто куплю себе еще одну хилку. Ой, короче, надоело ждать, полетели. Так, что здесь? А здесь ничего. Так, как это меня более-менее пробивает, я смотрю. И очень неплохо пробивает, я вам скажу. Даже вероятность того, что я сдохну, хотя у меня крылья феникса есть. Грифон. Последний босс. Ну что ж ты мне дашь? 6 ключей. И вещи. Дает дополнительное золото в зависимости от сложности карты. Уровень 1 до 1000. Уровень 2 до 3000. Ага. Ну блин. Тогда что-то с этим придется попрощаться. Хотя, что мне эти деньги, да? Продать все. Купить улучшение. 5000 надо. Ну что, давайте тогда, я думаю, в этой серии с вами заканчивать. Сейчас перейти к карте.
Поздравляем, ты закончил карту, но все монстры стали сильнее. Осторожно. А, видите, по-новому все пошло. Поехало. А, теперь видите, ключей нужно больше. А там, наверное, вообще жопа-жопа. Хотя я смотрю ключи здесь вообще, я могу нафармить ключи здесь. И потом пойти сюда. Тоже как вариант. Ладненько, давайте на этом мы с вами закончим. В следующей серии мы отправляемся вот сюда, в подземелье. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Хей, йога, и с вами Шимки. Мы продолжаем пройти игру по названию Epic Licker Journey. Ну что, в принципе, мы с вами прошли полностью игру. Но, понятное дело, что на уровне... На обычный уровень сложный, потом уровень идет у нас... Уровень сложности плюс, то типа New Game Plus, потом New Game Plus. А у нас с вами, ребята, подземелье. Это единственное, что нам осталось. У меня 40 уровень, подземелье вперед. Ой. Они так сами должны. Часовщик. О, а тут ключи используются. Гоп-стопорец. Ну, я просто понимаю, если я сейчас начну атаковать. Хотя они, скорее всего, меня не пробивают, поэтому ничего не делают. О, деревянные пошли враги. Давайте тут искать пасхалки. Мумия. Сундук. О, болельщица. Так, часовщик был. Главное, не подскользитесь, не упади в яму. Может быть, это Джуманджи, слушайте. Отсылка на Джуманджи. О. Так, начало пройдено. Ну, слушайте, мне кажется, мы с вами довольно быстро подземелье пройдем, если так смотреть. Там не было Wi-Fi. Добро пожаловать в ад. Уже защитники идут. Робот терминаторный. Враг. Мне интересно, хватит... А, хватает, смотрите, они начинают меня уже потихоньку пробивать. А, не, они не пробивают, показалось. Я могу только блок прокачивать. Ну, типа, кажется, пока что ничего не выйдет, пока я... Ой, с... О, пошли зомбаки какие-то. Нет, не хочу. Вот хорошо, что сделали, что я могу фонтан не использовать. Вот, видите, чисто уже пошли одни зомби. А, не, все, урон пошел по мне. И очень неплохой, как по мне, уже начинает урон идти. Это реально хорошая идея. Ну, типа, видите, у них урон идет в секунду. Да нет, не буду. Я еще могу дальше идти. До 50 я свободно могу дойти. Или до какой там мне достижения нужно получить. Пока что типа скелеты, зомби были, деревянные мужики. Шапка прикольная.
Так, смотрите. Еще нет. А, то есть... За каждый этот я... Допустим... Сейчас я должен был 4 ключа потратить. На 50 этажей я должен буду 5 потратить. Все ясно. Как оно тут все это работает? Ну, слушайте, если бы я знал, я бы объединил просто... Эту серию и ту. Хотя, что это мне мешает сделать, верно? Верно. Но вот этот уже пробивает. Да давай. В смысле, а где повышенное хп? Или я должен был нажимать? Понятно, мне никто ничего не объяснил. Мне никто ничего не объяснил. Ну ладно, здесь я уже умер. Вот, я умер, у меня сработал эффект Феникса. Хотя, кажется, еще дошел... А, нет, до 60-й не дойду. Не, дошел, прикиньте. Все. Давайте посмотрим список лидеров. Нихера себе. Ну вот скажите, ну парень раз не задрот? Ну хотя 2 триллиона места. Либо он просто всю игру дальше прошел. Ну ладно, я на 3000-м месте. Понятно. Так, а как посмотреть бы свой инвентарь? А я знаю. А вот теперь могу инвентарь посмотреть. Так, диск остался. Получается... А мы ж воду продали... Так, подожди, давай достижения смотреть. Прочитайте информацию. Использовать хил поинт. Ну, прокачать оружие, броню, щит. До 20 уровня. До 20, так сказать, революции. 100 тысяч кликов. Батл. Пройти на сложности сложности. Использовать предмет Best Friends. Ага. В подземелье я должен был до сотого хотя бы дойти до сотого. Ничего убираю себе. Рич. 7 уровень данжена. Это должен был... Эти предметы забрать, да? На 7 этаже. Достигнуть 100 уровня игрока. Достигнуть 50 уровня. Короче, здесь написано, какие вещи должен был забрать на каком данже. Сейчас я проверю, как раз так ли оно или нет. Мне вещи уже вообще не дают, как я понимаю. Так, поинт использовать. Чтобы получить достижение. Где? Короче, нету.
Вот она появилась. Так, на шестом, да? Этаже. Так, банана и кожура там должна была быть. И чё, где? Где то, что мне нужно было тут забрать? Чё-то я не врублюсь. Немножко. Хотя я тогда на банановую кожуру наступал. Подожди. Ну ладно, короче, не суть. Давайте я объединю предыдущую эту серию, а сейчас будем с вами оценивать. Мне игра очень сильно зашла. Начнем тогда с плюсов. По менюшке. Здесь можно настроить все. От громкости до музыки. Также можно настроить разрешение, да, какое тебе будет удобно. А создатель, вот что имелось в виду прочесть. То есть, нормальные настройки. Это первый плюс. Второй плюс, игра на прохождение. То есть, не просто, да, закликивание тупое, а то есть, у нас есть карта, где мы просто идем. Это второй плюс. Если не проходить на другие сложности, то да, игра коротенькая, но это не суть. Потому что это все заглаживает, так сказать, большое количество отсылок, пасхалок. Как во врагах, также на локациях, даже вот на самой карте вот этой. Это третий плюс. Вот эти наши приятели. А ну скелеты ж сюда. А, скелеты сюда не подобавлялись. Странно. Так, ну в принципе, три плюса. А, тут еще мультиплеер есть, точно. Я не знаю, можно относить это. Типа есть какая-то соревновательность, так как есть данжи, мультиплеер. Ну, в принципе, ладно, топы... Это такое. Мультиплеер, то, что нам помогает убить. Ну, это тоже в какой-то степени такое. Три плюса. Из минусов я, наверное, скажу. Если у вас нет алмазов, хер вы прокачиваете рюкзак для того, чтобы собрать нормальное количество вещей. Либо вы будете просто каждый раз по 1000 минут сидеть. И просто в одной локации фармиться, как я вот, чтобы поднять уровень, чтобы хотя бы как-то пробивать врагов на следующем этапе. Ну, в принципе, донат это минус. И все. Больше таких я каких-то минусов я не замечал. Поэтому, ребятки, мы на этом с вами заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.